преддверии Дня Победы на улицах Ульяновска начали раздавать георгиевские ленточки. Акция продлится вплоть до 9 мая. Георгиевская ленточка – это символ победы, который объединяет всех жителей России. Стоит отметить, что цвета ленты подобраны не случайно. Не просто так, это черный и оранжевый цвет. Это цвета символа мужества и доблести. И для нас эти цвета очень-очень сильно много значат, потому что в годы Великой Отечественной войны наши предки, наши прадедушки, прабабушки воевали, были мужественными, отважными. Раздают ленты волонтеры Победы, помогают добровольческие организации. Подготовили для ульяновцев больше 30 тысяч лент. Вместе с ними вручают и листовки, где рассказана история символа Победы. Георгиевская ленточка – это не символ военных действий, а символ победы, героизма и скорби. Ее повязывают слева на груди в форме петли, банта или же зигзага. Горожане с теплом принимают полученные ленточки. Из года в год каждый из них носит ленту в память о тех событиях и подвигах героев. Георгиевская ленточка – это память и уважение к нашим ветеранам, предкам. Поэтому носим мы ее, прикалываем на грудь. С нашей стороны уже дань и память их подвигу, то, что они совершили. Ленты раздают абсолютно бесплатных в разных частях города. Узнать информацию о времени и месте их раздачи можно на сайте георгиевскаяленточка.рф. Кирилл Савосин, Анатолий Рассохин, УлПравда ТВ.